Хабиров и его команда любят всякие презентации и красивые графики, на которых показатели неизменно стремятся вверх, а цифры прироста просто поражают всякое воображение. На этой неделе прокуратура Республики Башкортостан опубликовала еще один нарядный график, который как нельзя лучше иллюстрирует то, чем на самом деле является деятельность Хабирова и его дружков на протяжении 5 лет правления регионом. Этот график показывает рост количества коррупционных правонарушений и преступлений команды Хабирова, начиная с 2019 года. В 2019 году совершено 2826 коррупционных нарушений и 1053 коррупционных преступлений. Напоминаю, что большинство коррупционных преступлений и нарушений совершаются чиновниками команды Хабирова. В 2020 году 3442 нарушения, 1103 преступлений. 2021 год. 3876 нарушений, 1114 преступлений. 2022 год. 3884 правонарушения и 1167 преступлений. В 2023 году отмечается резкий рост количества подобных событий. 4592 коррупционных правонарушения и 1247 коррупционных преступлений. Всего за 5 лет команда Хабирова набрала 18620 коррупционных правонарушений и 5684 коррупционных преступления. А помните, как Хабиров 29 ноября на своей жалкой прямой линии заявлял, что при нем никакого роста коррупционных преступлений и правонарушений не происходит? Рост, Ради Фаритович, из года в год. Вот в этом смысле ваша команда стабильно растет.